Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего канала Instagram, нашей Карагандинской филармонии. Я являюсь артисткой симфонического оркестра имени Рахматиева. Вы знаете, мы сейчас не даем концерты ввиду международной обстановки, ввиду таких событий, не очень приятных, конечно, для всех нас. Но все музыканты всего мира продолжают давать концерты. И наша филармония, в том числе мои коллеги, уже давали концерты, дают. И сегодня я представляю вам свою программу. Хотела бы, чтобы она для вас была очень приятна. Хотела сказать так, что то, что музыка на самом деле, она является связующим звеном для всех людей. Вы знаете, что в годы войны, когда наша вся великая страна, весь Советский Союз переживал за будущее своей Родины, все музыканты давали концерты, продолжали давать концерты, приходили люди на концерты, и музыканты продолжали поддерживать всех. И также мы знаем, что во время войны даже выезжали группы музыкантов, которые поддерживали боевой дух солдатов. И сейчас также каждый из нас считает своим долгом поддержать всех людей нашей страны, всего мира, в том, что у нас есть будущее, и в том, что мы можем быть вместе, в мире и согласии. Я сыграю сейчас произведение Йоганна Себастьяна Баха. Мне кажется, что музыка Баха как нельзя лучше объединяет всех людей. Она дает всем вот это состояние внутренней философии, спокойствия, умиротворения. И мне кажется, что в эти сложные дни нам нужно больше слушать такую музыку. Музыка Баха для скрипки была написана в основном как для сольного инструмента, хотя этот инструмент мы трактуем уже как мелодический, то есть в основном играется только мелодия, но Йоганн Себастьян Бах имел природу полифоническую, поэтому он трактовал этот инструмент также как полифонический. И вы увидите сейчас, услышите в этом произведении, что также есть скрытые голоса, которые он использует. Это как будто несколько людей разговаривают между собой и ведут философский диалог. Итак, Йоганн Себастьян Бах, Алиманда из второй партиты ре минор для скрипки соло.
очень разнообразная, очень привлекательная для слуха. Она очень сложна, как вы заметили. Для ее понимания, конечно, требуется большой кругозор и очень чуткое сердце. Сейчас я хочу вам сыграть следующее произведение, которое, может быть, не требует от нас какого-то большого сердечного усердия, но я думаю, оно будет приятно на слух. Это музыка современная, музыка 20 века, английский композитор Гарри Ревел. Музыка называется «В затишье моей любви». Скрипка как нельзя лучше передает эти очень тонкие струны, какие-то тонкие чувства, которые мы испытываем другому человеку. Поэтому в этой музыке вы можете услышать это. Своим голосом, все, что мы слышим, имеет какую-то определенную звукочастотность, и измеряется все это в герцах. Вот. И там статья была посвящена тому, что заболевание, которое мы сейчас является смертельной опасностью для всего человечества, имеет очень низкую частотность. Там описывается, что это ниже, чем 7,5 Гц. Так вот, качество, которое у нас есть, благодарность, отзывчивость, сострадание, любовь имеет частоту выше 100 Гц. И в этой статье делался вывод, что если каждый человек будет испытывать хорошие эмоции, добрые, положительные, а если каждый человек будет дарить друг другу любовь, тогда он не сможет просто физиологически и психологически заболеть этой болезнью. То есть даже на таком уровне мы можем на самом деле проецировать счастье, здоровье друг другу и себе в том числе. Сейчас я сыграю для вас произведение, которое называется «Экспромт» Балакирева. Я думаю, оно как нельзя лучше передает это настроение щедрости, счастья и восторженности. Thank you.
Несмотря на то, что мы не имеем возможности играть сейчас в нашем зале, в концертном зале Шалкама. Но, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы участвуете в наших концертах. И в заключение я хотела бы вам подарить композицию под названием «Тайный сад». Она знаменитая очень, наверняка вы ее слышали. Я думаю, что она вам подарит какие-то глубокие эмоции, чувства и также освободить в сердце возможность дарить друг другу любовь, счастье и помогать друг другу. Thank you.
Благодарю за внимание. Я надеюсь, что вам понравился этот концерт. Мы ждем вас на следующих встречах. Мои коллеги также будут продолжать играть. Я желаю всем удачи, благополучия, крепкого здоровья, сострадания ко всем окружающим. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо. До новых встреч!